Вітаю, прес-центр розпочинає свою роботу у студії Юлія Сирота. Дніпрянка стала кращою європейською моделлю категорії «Леді». Як далася перемога, дізнаємося вже зараз. Отож, Анжеліка Сушньова – краща модель Європи у категорії «Леді». Ми ж дуже раді вас вітати у нашому прес-центрі. І прес-конференція, звичайно, присвячена тому, як дається перемога жінкам і взагалі, як вони отримують ось цю корону. Перше місце для нас – це, звичайно, велике досягнення. Українська дівчина, українська леді перемогла. Як ви взагалі дісталися такої значної для вас перемоги і що це було? Що це за конкурс? Розкажіть, будь ласка. Добрий день всім. Це конкурс європейського рівня. Він проходив в Іспанії, в місті Лорет-де-Мар, що неподалеку від Барселони. Ну, перед тем, как попасть на конкурс, я вот такой большой, такой масштабный, я участвовала здесь, в Украине, во многих конкурсах. В прошлом году участвовала в конкурсе «Мисс Днепр 2020», завоевала титул «Мисс Фэшн». Потом я поняла, что мне нужно какие-то данные еще, какой-то опыт, практика. И я пошла на курсы к Анне Сергеенко, ездила каждые выходные в Киев, чтобы пройти ее курс фотопозирования, актерского и дефиле. Курсы очень крутые были, и они мне помогли. Потом у меня был конкурс «Мисс Всемирная 2021» в Одессе, который прошел вот в июне месяце. Я победила там и, ну как победила, стала вице-мисс, то есть это у меня было как бы второе место, тоже корону мне дали и ленту. Я тоже была очень счастлива, ну там были свои нюансы, конечно. Це, до речі, ми про це ще дізнаємося, про нюанси, які бувають на конкурсах. Да, да. А потом, так как я состояла в агентстве в киевском модельном, то наша руководитель нас всех разместила на сайте, который, ну, сайт, который принимал всех моделей из... Розглядав кандидатури, разглядав, так, для участі, да, у європейському конкурсі. У європейському конкурсі. Вот, он рассмотрел мою кандидатуру, как бы, и мы поехали на конкурс. Вам запропонували, так? Подзвонили, чи яким це чином відбулося? Нет, мы просто подали заявку на конкурс и... В принципі, поїхали. Угу. Це не складно взагалі подавати заявки? Оця вся бюрократична така система, это... чи вона працює зараз? Ви розумієте, це все лягло на плечі нашого організатора. Вона подавала, вона списувалась з організаторами конкурсу. Вот. Ну, в принципі, нічого такого сложного там не було. Угу. Ну, це якщо ви належите до якоїсь агенції. А чи може дівчина або жінка сама відправити, да, свої дані, може, зареєструватися і може, брати, да, участь у таких конкурсах. Да, да. Якщо вона зібралася силами, поняла, що їй це необхідно, що вона достойна, що вона може і що вона краще, то, конечно, много было людей, которые подавали сами. Ну, в частности, это были с Италии люди, с Испании. У нас участвовало в конкурсе 26 стран мира, и было 208 участников. Некоторые ездили группами, вот как мы, а некоторые просто отдельно сами подавали заявления и их приглашали на... Угу. Этот конкурс. Так. Це дорого взагалі поїхати, приготуватися, це ж треба, мабуть, зовнішність підготувати, да, сукню. Так, ви розумієте, поки що у нас все це проходить за свій счет. Тобто перельоти, проживання, вот, підготувати сукню. Ви розумієте, там були дизайнери наші українські, Влада Дізік,
Татьяна Шахматова, они привезли очень много своих нарядов, как для моделей, потому что у них были свои модели, так и для всеобщего, так сказать, показа, для презентации их. Вот. И они предлагали не только девушкам со своей группы, они предлагали и нам, и мы выступали в их моделях, в их одеждах дизайнерских, и было все очень здорово. Это было как шоу, как перформанс. Вот. А ви, до речі, вдягнули таку корону дуже гарну, так? Яка називалася «Корона щастя». От трошки розкажіть про цю корону, да. Чия ця корона? З нами їхала дизайнер, наш український, Єлена Солнечна. У нас був її перформанс «Живі мандали, корони і прикраси». Вона нам виділила на наш перформанс свої корони. И намисто, и мандалы были у нас также с собой. Вот. И у меня была, мне очень посчастливилось одеть ее корону счастья, которая таки мне принесла счастье на этом конкурсе. Необыкновенные у нее мандалы. Угу. Вот. Она изготавливает их сама лично, вкладывает свои энергии, свои... Ну, своя разработка, так, свой дизайн, звичайно, да. И эти короны потом так гарно выглядят. І виглядають гарно. Чи зручна корона? Чи зручно сидить вона на вас? Завжди переможниці, особливо на таких серйозних конкурсах краси, втрачають. Вони їх тримають, і корона падає, і це такий ще теж милий такий елемент. Немножко дві. Корона щастя – це була дизайнерська, а ця корона на мені – це корона, яку мені вручили на конкурсі як побідительниці в номінації «Місіс Леді» і «The Best Model of Європа. Тобто це немножко різні корони. Ну, звичайно, звичайно. А ця корона, коли мені її надівали, вона у мене з'їхала на бок, тому що вона була не підогнана під мою голову. Треба підганяти, так? Ну, так, немножко там. Ця корона з камнями Сваровських, вона достатньо тяжела, скажімо. Ну, одне щастя її носити, як своя ноша, не тяжела. Так, звичайно. Анжеліка, чи вам доводилося брати участь у різних конкурсах? Взагалі, як складався увесь етап і чи були якісь завдання, які потрібно було виконувати? Скільки днів проходив сам конкурс? От організаторську таку роботу, про це розкажіть. Перед тим, як поїхати на конкурс, у нас були репетиції, звісно. У нас був мастер-клас по візажу, тому що там в Іспанії був сильно карантин, і візажистів, і парикмахерів не пустили до нас. То есть мы ходили, сами искали по Лорет де Мар, где бы сделать прическу. Ну, прическу мы нашли, а вот визаж по мастер-классу нам очень помог. Вот. И вы сами? Мы сами, да, все. Ну, так как я заканчивала художественную школу, у меня есть художественное образование, я даже преподавала уроки рисования и художественной культуры для детей, поэтому как бы мне труда не составило себя нарисовать, еще и девочкам я помогала, и дизайнерам нашего покрасили, и девочкам визаж сделали. То есть вот это, ну, единственное, что мастер-класс помог в том, что какие там существуют крема, вот эти вот праймеры, вот всякие названия, как их, в какой последовательности их применять, вот это было. Это, ну, очень полезный был мастер-класс. Потом у нас был чудовый мастер Сергей Чудовский, который нам поставил перформанс. То есть это представление было в коронах и в мандалах, прикрасах мы выходили, то есть у нас свое было представление. Помимо того, что мы в конкурсе участвовали, в фестивале, вот это у нас еще был перформанс. А от себя что-то треба было додати? Можливо, творчий конкурс, чи, можливо, там интеллектуальные какие-то испытания были? Это, понимаете, это в других конкурсах красоты. У нас было вот в Одессе, например, мы и готовили, и танцевали, и кто пел, кто на что был гораст. А это здесь, в этом конкурсе, в европейском, там все четко было. Три выхода. Выход презентации себя в шортах и футболках. Футболки нам были предоставлены организатором фестиваля. Розарія Стагно, він всім зробив футболки, ну, треба було тільки вибрати розмір собі, підібрати. Це було перше, шорти і футболка. Второе був виход у нас, це
ну, в купальных костюмах, или так, как уже леди, или выступали еще оверледи и оверсайзы, то там были, кто хотел... Можно было костюм, закрытие, можно да, было открытие. Ну, так, как себя чувствовала модель, хотела она там в купальниках или хотела она там закрыть что-то себе, там, типа пляжный костюм сделать. И третий выход у нас был в вечернем платье. Это мы тоже сами себе эти платья, там, кто как, кто покупал, кто изготавливал. Вы свои возили? Я свое возила. У меня был костюм и птицы счастья, и вечерний, ну, все костюмы были свои. Также точно наши дизайнеры украинские представляли нам костюмы. Угу. То есть кто хотел, мог у них позаимствовать и быть как бы в дизайнерском костюме. Угу. Вот. Ну, я была в своих, это был целый чемодан обуви, целый чемодан нарядов. Сколько вы часу там пробыли? Мы пробыли там 8 дней. Плюс день отлета, день прилета. То есть каждый день у нас был насыщен. Первый день у нас был перформанс, мы выступали сразу с коронами. Потом у нас были многочисленные репетиции. Потом мы выступали еще в шоу наших дизайнеров, они нас приглашали, ну, и их наряды представляли, там, mm-hmm. нашумевшие были выходы, о которых пишут еще до сих пор в киевских соцсетях и в наших в том числе. Вот. Ну, вообще было весело, это была практика, это незабываемый опыт. Чи дасться вам ось ця нагорода, чи дасть вона вам можливість брати участь у інших? Можливо, буде конкурс світового рівня, не європейського? Можливо, смотрите, значит, перед тем, как мы вышли на подиум, Розаріо, організатор конкурса, нам сказав, если у вас будут призовые места, значит, год вы не можете участвовать в конкурсах рангом ниже, чем вот данный конкурс. Или если нам предложили какой-то конкурс, то на их рассмотрение они будут или утверждать, или нет. Если мы будем придерживаться вот контрактов, то, значит, в следующий год на такой же конкурс нас приглашает организатор Розаріо за их счет, то есть на такой же аналогичный конкурс. Конкурс, но только мы уже там будем не в качестве моделей, а ну, там где-то советовать что-то, где-то да, будете як експерти. Да, помогать там награждать, ну, такое. Тобто переможниця це як так прийнято, так? Переможниця минулого року, переможниця, яка цього року. У нас були переможниці з прошлого сезону, дівчатки з Італії, з Іспанії, вони нам допомагали, ми з ними вместе веселились, вони теж участвували во всіх показах модних, і як і у наших дизайнерів, так і у своїх дизайнерів. Взагалі було весело, дуже така непринужденна атмосфера. Анжеліка, скажіть, будь ласка, а що потрібно мати от в собі, які дані, аби взагалі взяти участь у такому конкурсі? Чи є обмеження? Чи є вагові обмеження, чи, можливо, там за розмірами зріст, тому що багатьох лякає, от, наприклад, низький ріст, зріст, і дівчина не може поїхати. Як тут? Чи були такі обмеження? Смотрите, ні, обмежень таких не було. Вот это раньше у нас ще при советской власті були обмеження. Мене, допустимо, не брали в модельне агентство, тому що я 1,75 м, а там було надо 1,80 м, где-то так. То сейчас вот таких обмежень нету ни на размер, ни на рост. То есть если ты уверен в себе, если ты подготовлен, то только от тебя лично зависит, как ты это воспринимаешь. А вік, от, чи є вікові категорії, в яких можна брати участь? Сейчас даже нет вікових категорій. То есть там были категории разные, и детки, и тинейджеры, и молодые леди. Вот у нас были леди, потом были даже оверледи, которые был у них диапазон от 58 лет и старше. Даже были оверсайзы женщины, но у нас в Украине таких нет. Это были там испанки, итальянки. Ну, что я вам скажу, такое зрелище вдохновляет в том плане, что женщины довольны собой, хотя они там 200, наверное, килограмм и больше, они были веселые, они ничего не стеснялись, не боялись, они не стеснялись себя показать, презентовать, у них были костюмы, даже у них были и стринги, и купальники, они всем, во всем вот этом выходили, и никаких не было смущений.
и стеснений. То есть люди там немножко другие. Вот. Я как раз хотела запитати, у нас так прийнято вважати, дуже багато гарних жінок, і є такий відбір, навіть внутрішній в країні, що от, можливо, є якісь недоліки, можливо, потрібно над чимось попрацювати, багато дівчат сидять на дієті, тобто себе обмежують справді. І, можливо, і в тому є така наша задача допомогти кожній жінці відчути себе здоровою, щасливою і достойною. Вона може брати участь у різних конкурсах, але чомусь от, немає такої потреби, мабуть, або не знають, як це зробити, чи ще. От як ви думаєте, чи ви знаєте, це так і є? Потреба є, тому що я зараз от пообщалася з багатьма жінками в різних весових категоріях, ну, не тільки у нас здесь в Дніпрі, і в Києві в основному я там, як би, участвую в фестивалях, потому что там очень больше возможностей в Киеве, нежели в Днепре. Сейчас у нас в Днепре открылась школа для моделей 40+, 50+, где могут прийти женщины разных весовых категорий и разных возрастных и попробовать себя. То есть там мастер-класс по танцам, по хореографии, по актерскому мастерству, по постановке голоса. То есть уже просто женщины не знают, нет информации такой, нет рекламы, чтобы вот куда-то их позвать и где-то они могли участвовать. На самом деле есть, и вот сейчас мы этим займемся здесь, в Днепре, я думаю, что к нам пойдут женщины себя попробовать, чтобы раскрепоститься и себя показать. Потому что, смотрите, есть женщины уже такого возраста, которые детей вырастили, мужей тоже вырастили, вот, и они им скучно, и они хотят себя реализовать. Так вот, они могут реализовать себя и в этой же сфере. Звичайно, так. Да. Анжеліка, ще от ви на самому початку говорили про такі закулісні ігри, ну, можливо, так, трошки натякнули. Я хотіла запитати, часто дуже на таких конкурсах ми чуємо, чи звідтіль, чи як, чуємо про те, що бувають якісь курйозні моменти. Чи були цього разу, і чи вам вдалося вистояти, як то кажуть? Та мені вистояти мені завжди вдається, тому що я вижу цель, не вижу препятствий. Я вже це неоднократно говорила, хоча некоторые люди говорять, не говори так, але це так і є. Тому що я вижу цель, і це все. Закулисные они до сих пор у меня продолжаются, вот, просто не будем называть имен, фамилий, я уже участвовала в передаче и в «АЛЛАТРИ», в частности, у меня был вопрос, как вы относитесь к зависти, так вот, я еще раз говорю, завидуйте молча, вместо того, чтобы завидовать, вы смотрите, как надо делать, и свою вот эту разрушительную энергетику направляйте в нужное русло. Да, вам тоже хочется корону, да. Так вы прилагайте к этому усилия и делайте что-то для этого, а не завидуйте, сидите. Воспитывайте себя. Я сижу на диете, я хожу в спортзал, я занимаюсь на пилоне, акробатикой, танцами. Это жесткий вид спорта, я понимаю, но он мне дает уверенности в себе, такое мужество, бесстрашие. Вот. После конкурса ко мне подошли девочки. У меня не только вот эта корона с этого конкурса. У нас было еще 5 корон вот по Украине. Мне там второе место дали, но все равно призовое и корону дали. И вот они ко мне приходят после уже завершения и говорят, не слишком ли много ты взяла себе наград? Корон позабрала. Корон. И вот еще мне дала ленту и диплом наша дизайнер Елена Солнечная, потому что мы ей тоже помогали с мандалами, и с коронами, и участвовали в ее перформансе, и она имела право понравившуюся ей модель наградить как от себя лично. Вот она мне наградила. Получается, у меня ее награда, вторая по Украине и первая по Европе. И подошли девочки наши, украинские, говорят, не слишком много тебе наград. А я им сказала, вот жюри международное, которое меня судили, все претензии к ним. Вот. Ну, така твердість відчувається, відчувається в вашому голосі, і бачите, це все говорить про те, що ви справді така мужня, незважаючи на те, що дуже гарна і тендітна така от жінка, але твердість повинна бути, тому що без неї, мабуть, не пробитися в такому жорсткому світі. Да, тому що у конкурсі це ж воспитують, закаляють тебе. Ще раз говорю, що, ну, надо себя вот любить,
прежде всего уважать. Во-первых, к внешности надо хорошо относиться. Ну, если там, опять-таки, к оверсайзам вернемся, все. Ты себя любишь, ты полненькая, ну, ты ухоженный человек. Пожалуйста, все в ваших руках. То есть все зависит, я считаю, от человека. Не лежать на диванах, не смотреть, не завидовать, а участвовать. Пробувати, не боятися. От головне не боятися. Ось так, Анжеліка Сушньова була сьогодні спікеркою, була сьогодні запрошеною на телеканал «Відкритий» у прес-центр. Дуже дякуємо вам. Бажаємо подальшого успіху. Звичайно, знаємо, що все ще попереду, ще буде багато корон, багато різних нагород. І ми впевнені у тому, що ви будете завжди перші. Хочеться всім побажати також такої мужності, такої сили духу. Не перемикайте, залишайтесь телеканалом «Відкритий». Зустрінемось далі. До побачення.